я обойду его, чтобы он меня увидел, и потом уже спросить. Я встану у него за спиной и напишу в телеграме «обернись назад». Ну, я приготовлю пиццу, значит, очень вкусную. Подойду к нему со спины, вот так вот ручкой повею, и он такой... Поворачивается, а у меня сразу вопрос, а пицца, ну, за спиной, чтобы он не увидел сразу, не понял ничего. Ну и все, вот как он мне ответит на вопрос, я ему сразу пиццу вкусную, и все, и чай потом. Вот все. Наверное, у меня же с собой ноутбук всегда есть, я открою, напишу ему в Slack и попрошу обернуться. Если он сидит где-то в офисе, пусть сходит к продакт-оунеру, скажет продакт-оунеру и типа поговорит с ним. Не надо идти к разработчику. Пойду к нему, выясню, почему он это не сделал, какая помощь может быть с моей стороны, может быть, нужно еще кого-то привлечь, может быть, я должна научиться писать код или держать его за руку, пока он пишет, чтобы мы все успели. Какие страшные задачи. Куплю энергетика, сяду с ним рядом и будем сидеть всю ночь писать. Пойду на третий этаж. Да. Схема та же, да. Берем ароматик. Спрашиваем, как дела, что, какие движения и все. Просто можно вежливо спросить, возможно, действительно поменялись приоритеты, или ты просто не знаешь каких-то дополнительных обстоятельств, ведь мы все работаем в одной большой связке. Самый лучший способ – это просто объяснить ситуацию, сказать: разработчик Вася, слушай, такое дело, мы должны это сделать до конца недели, и это реально очень важно. Если мы это не сделаем в субботу, то что-то взорвется, что-то произойдет, ну или как минимум к нам придут и будут просить нас работать в субботу. Давай это, пожалуйста, сделаем, не забудь. Если работаем по спринтам, то надо взять просто, как это сказать, в начале спринта где-то сказать, а можете, пожалуйста, взять в этот спринт, вот. Но если срочная задача, прям срочная какая-то, то можно и в середине спринта впихнуть. Лучше так не делать, конечно. Лучше в начале спринта. Сложно, стопудово сложно, потому что это всегда долго делается. Потому что, ну, по сути, кнопка – это не просто кнопка, это изменение всего интерфейса юзера, это добавление дополнительного кода для того, чтобы этот интерфейс заработал правильно. Ну, в общем, достаточно сложная, наверное, задача. Это очень сложно. Быстрее и проще завернуть доступ. Это, конечно же, сложно, потому что мы очень большая компания, где любая кнопка, любое изменение, оно влечет за собой серьезные перемены во множестве процессов. Поэтому кнопка, наверное, ее появление – это только вишенка на торте всех процессов, которые нужно менять. У нас есть там кнопочка «поставить стоп» пиццерию, там, по продукту и так далее. Кажется, что ты просто делаешь. Нажимаешь, там, вводишь там, какие-то данные и поставишь стоп. На самом деле это все пишется в базу. Это все учитывается, там есть механизм такой, нужно там делать заметки там, в каких-то там других структурах, там какие-то там джобы специальные могут работать, отслеживать стопы, отчет потом должен по этому построиться, как минимум. И просто добавить кнопочку уже может разрасти скоп до каких-то нереальных вообще масштабов. Ни хрена не просто. Нет, не просто, вообще не просто. У бизнес-команд один контекст, у IT-команд другой. Ребята из IT знают всю внутрянку кода, сложность, там, условно, чтобы там заменить там баннер на что-то другое, да, на каком-то сайте, они понимают, что там под капотом нужно изменить. А визуально это выглядит просто, ну, типа, одно меняешь на другое, и это нормально, да, когда человек не понимает там специфику другой области, так же там, как и в бизнесе, там, ребята из IT могут также думать, например, про бизнес, ну, что там такого, запустить пиццу с каким-нибудь пурпурным лососем, там, через неделю по всей сети от Владивостока до Калининграда. Бизнес-ребята понимают, что ну как так, типа это новая пицца, там стандарты нужно изменить, стандарт приготовления, обучения. Это тоже недельный дедлайн, на самом деле значит, что там до этого дедлайна есть уже дедлайн обучения, есть дедлайн запуска, дедлайн внедрения и так далее. И такие же вещи работают в IT. Есть тоже дедлайн там, куда взять тебя в работу, дедлайн, возможно, раскатки, дедлайн внедрения, дедлайн время на то, чтобы баги пофиксить, да, подебажить там как-то. Короче, прикинем, что у тебя есть яблоня с двумя стволами. Понял, что у тебя задеплоился баг критичный. Ты такой, пока никто не видит, такой быстро хотфиксну. Мне кажется, это какое-то ругательное слово, которое можно использовать в любом случае, если ты не знаешь, что оно значит. Вот то, что делают разработчики, они пишут рассказы. На самом деле, просто в виде кода. На доске Kanban заассайнил ему задачу, которую нужно к пятнице кровь из носу перенести в колонку данных. Помощь зала.